Друзі, повертаємося до студії, і вже настав той час, коли ми готові представити нашу ранкову гостю, з якою поговоримо про Різдвяний піст. Ну, звичайно ж, кому варто притримуватися його, а кому варто про нього взагалі, можливо, забути. Далі в нашій студії ранкового гостя. Радий представити нашу ранкову гостю, дієтолога, ендокринолога Марину Артьомову. Доброго ранку вам. Дякую, що ви з нами. І так, 28 числа цього місяця вже стартував Різдвяний піст. Багато хто із миколаївців, українців долучилися до нього, а багато хто оминув. Причин і проблем багато, але все ж таки хотілося б сьогодні розставити акценти. Кому все ж таки варто переходити на більш жорстке харчування і обмежене, а кому варто все ж таки забути взагалі про цей піст, тому що, по суті, це один із варіантів дієти, насправді. Да, это действительно так. И есть противопоказания для людей, которые не рекомендуются придерживаться поста. Потому что пост – это переход на другой вид питания совершенно. Даже можно взять для примера путешественники, которые ездят, да, вот они меняют воду, и уже может быть реакция организма. Но кому не рекомендуется? Не рекомендуется в первую очередь, это разрешает церковь, беременные и кормящие женщины. Почему? Дело в том, что сбалансированное питание включает в себя достаточное количество белка. Растительная пища не может стать источником полноценного белка. Здесь не только количество, но и имеет значение состав. Но я вот могу привести пример. Например, среднее потребление белка для взрослого человека где-то 1-1,5 грамма на килограмм массы тела. Для спортсменов это уже больше 2,5 грамма, для беременных 6 грамм, для кормящих 16. Это один момент. Второй момент, то, что я говорила по поводу состава. Да, вот белки, они состоят из аминокислот. И есть аминокислоты заменимые, а есть аминокислоты незаменимые. То есть заменимый организм может продуцировать из другой аминокислоты. Незаменимые мы получаем только с питанием. И если взять, например, такую аминокислоту, как лизин, да, она очень необходима в плане роста организма, борьбы с вирусными инфекциями, тем же герпесом. Это и продукция витаминоподобного вещества, карнитин, который нужен для роста мышц и так далее. То вот потребность карнитина где-то 4-5 грамм в сутки. Это 200 грамм свиного мяса. Или же 1,5 килограмма овсянки, или же 400 грамм гороха. То есть кто съест такое количество? То есть это уже каждый человек выбирает себе сам. Следующая группа, кому не рекомендуется пост, это дети и подростки. То есть активный рост, им нужно большое количество, вернее не большое, а сбалансированное количество углеводов, жиров, белка того же. То есть веково экспериментировать не требует? Нет, нет. И также в эту группу попадают пациенты возрастные, пожилые. Почему? Потому что в растительной пище даже вот такого макроэлемента, как кальций, недостаточно. То есть невозможно компенсировать растительной пищей. Это, как правило, молочные продукты, сыры. Это то, что любят наши пациенты старшей вековой группы. И недостаток кальция будет провоцировать и приводить к такому заболеванию, как остеопороз. То есть, плюс зараз проблема. Зимовий період починається, падіння і все інше, скажімо так, не треба з собою знову ж таки експериментувати. Вот я хочу теж відмітити, що питання літом і питання зимой, воно дуже відрізняється, тому що в зимнє время задача організму не дати хазяїну замерзнути где-то по дорозі на роботу. Поэтому питання должно бути більш калорійним, то есть должно бути більше білка, більше жиров, а дієти, вони ограничивают это все. И тоже вот следует заметить по поводу витамина D, да, вот, который вырабатывается у нас в коже и при помощи солнечных лучей. То есть солнечных лучей меньше, мы на улице бываем меньше, а усвоение его тоже ухудшается. То есть диеты, они тоже могут ухудшить ситуацию. Также вот следует обратить внимание пациентам с хронической патологией. Те же больные с сахарным диабетом. Они будут есть меньше белков и жиров, но будут больше кушать углеводов, что может повысить уровень сахара в крови. Поэтому, если есть какая-то патология, если есть какая-то проблема, желательно перед тем, как переходить на любой другой вид питання, проконсультуватися з врачом. Не робити стрес для свого організму. Якщо ми говоримо все ж таки для тих, хто буде переходити на цей піст, як це правильно зробити, як підготувати, можливо, свій організм для того, щоб такого стресу не було сильного?
Ну, знаете, здесь как бы вопрос неоднозначный. Почему? Сразу же вот мотивация в чем? Почему человек хочет придерживаться поста? Если это один из элементов очищения души, это одна ситуация. Если пациент курит, ругается, и при этом решил посидеть на диете, как бы говорит, что у него пост, это совсем другая ситуация. Но хочу сказать, что придерживаться поста, вот это тоже имеет свои положительные качества. Да? То есть человек начинает кушать больше овощей и фруктов. Он ест больше растительных волокон. Это хорошо, потому что улучшается работа кишечника, это профилактика злокачественных новообразований кишечника. Кроме того, снижается уровень холестерина, потому что лучше моторика кишечника. Кроме того, пациенты, я все называю пациенты по привычке, наши жители Украины, они любят вот всякое вкусненькое. Но вот, как правило, вкусненькое не всегда самое полезное. Поэтому если разгрузится печень, желчный пузырь, это тоже будет плюс. Хотела бы также сказать, что по большому счету все на уровне комфорта должно быть. И при всем при том, что мы все одинаковые внешне, на самом деле мы очень разные. И есть люди, которые придерживаются вегетарианства с детства и живут полноценно так же, как и все. Да. Тому дійсно це вибір для кожного, але в будь-якому випадку проконсультуватися з лікарем не буде зайвим перед тим, як переходити. Ну і, звичайно ж, підготовка, окрім моральної, мабуть, все ж таки варто розуміти, чи впродовж року була та необхідна кількість енергії і кількість вітамінів отримана, чи, можливо, ви знову ж таки обмежите взагалі мінімум ще для свого організму. А якщо говоримо взагалі про дієти, так, ви сказали, що для на зимовий період взагалі б не рекомендувалося. Тобто в літній період, скажімо так, це прийнятно, тобто, наприклад, той самий детокс, про який ми зараз бачили сюжет попередньо, так, це як ресет для свого організму, перезапущення. Це позитивно чи ні? Чи все ж таки більше тут більший процент негативу? Ну, я считаю, что все очень индивидуально, очень. Да, и когда вот мы говорим опять-таки о питании в зимнее время, диетологи, большинство диетологов не рекомендуют выходить в холодное время на улицу вообще голодному. Нужна энергия, потому что если вы не дадите энергию своему организму, он будет черпать из собственных резервов. А это дополнительный стресс. Ну, то бутерброд у сумку завжди. Да, да, это да. Если там будет еще фрукты, это будет вообще замечательно. Кстати, вот то, что касается питания, да, вот диетического. Мы говорим, например, о кашах. Вот, состав, вернее, калорийность каши, она приблизительно одинаковая. Они достаточно калорийные, но состав отличается, поэтому рекомендуется менять каши. Самое интересное, что каша – это очень древнеславянское блюдо, как бы, можно сказать, ритуальное блюдо. Раньше мы готовили из цельнозерновые каши или же из дробили эти зерна. И когда заканчивалась жатва или же были крестины, то они назывались кашами. Вот почему мы их называем сейчас кашей. То есть это очень полезный продукт, особенно если это цельнозерновые. Вот, к сожалению, наши украинцы очень мало едят орехов, хотя на самом деле это кладезь минералов, витаминов, и тем людям, которые находятся на различных диетах, и тем, которые не приветствуют это, рекомендуется добавлять в рацион и орехи. Причем тот же грецкий орех, да, почему он грецкий, потому что его греки к нам привезли, он известен еще с тех времен, когда человечество не знало, что такое огонь. И вот интересно, что в древнем Вавилоне не разрешалось простым людям есть орехи, потому что он по внешнему виду напоминает мозг человека, то есть это могла есть только аристократия. Но сейчас есть возможности у каждого человека. Кроме того, сухофрукты. Это тоже очень полезные продукты. Они содержат большой набор витаминов, минералов, но следует учитывать, что они довольно большой процент сахара содержат. Поэтому люди, у которых есть проблемы с углеводным обменом, должны очень аккуратно относиться к ним. Ну и естественно, что никто не отменяет овощи в любом виде. Это может быть и пареные, и гриль, и квашенье, грибы. Вот это испокон веков, как бы наши коренные блюда, и они приносят пользу. Тож, друзі, дійсно той принцип, їмо те, що росте у нас, на нашій території, воно принесе користь, він працює. І сьогодні, мабуть, працюватиме завжди. А тому, дійсно, різдвяний піст і справа індивідуальна. До речі, стосовно новорічної ночі, то якраз під час святкування Нового року тим, хто постає, дозволено їсти рибу, випити трохи вина. Для святкового столу підійде також пісний пов із яблуками, гарбузом і сушеними фруктами. Все те, що ми вам розповіли, все якраз те можете і споживати активно, тому за новорічний стіл не переймайтеся. Ну і найголовніше.
найголовніше, мабуть, правило, а зайвою вагою треба боротися не дієтами. Я думаю, що це найголовніше. Тому консультація лікаря в першу чергу. Вам дякую за те, що сьогодні проконсультували наших телеглядачів, нас проконсультували. А будемо сподіватися, що це не остання зустріч наша в ефірі. Будемо розповідати миколаївцям, що корисно, а що ні. Будемо берегти здоров'я разом.